Всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Clone Zone in the Danger Zone. Челлендж, в котором мы сейчас играем, называется Dino Hunter, то есть я сейчас являюсь охотником за рапторами. Ну что ж, давайте тогда мы сейчас уничтожим вот этого первого раптора, это, в принципе, довольно-таки было легко, и, как я понял, у нас всего тут 4 уровня в этом челлендже. Ну что ж, давайте тогда приступать ко второму, только перед этим я вкачаю, конечно же, клона. Дальше я по стандарту, ребят, вкачаю джетпак, ну а потом уже и посмотрим, так что клон вкачан. И идем, ребят, дальше в бой. Посмотрим, кто у нас сейчас будет. Ну, как я понял, у нас будут одни рапторы. И, да, смотрите, ребят, у нас один раптор на панельке. И двое на нас, ребят, нападают сзади, со спины. Окей, ребятки, получайте по мордам. Так, тихо, главное, чтобы меня сейчас не спалил раптор. Все, отлично, ребят, смотрите, прям три раптора. Можно, кстати, их сагрить друг на друга как-нибудь. Но что-то они пока что, ребят, не агрятся. Смотрите, хотя один только что двоих уничтожил своих собратьев. Так, тихо, раптор. Давай ты меня не будешь сейчас огнем пуляться. Смотрите, все, отлично, он пока что пуляется огнем. Я сейчас его вот так рубану. Все. И минус вот этот последний раптор мы дали. Отлично. Переступаем к третьему уровню, вкачиваем джетпак и идем спокойненько раздавать всем люлей. Отличненько, ребят, вкачал я джетпак, и давайте-ка уже полетим наконец-таки в бой. Кто у нас сейчас-то будет? Я думаю, уже должно быть что-то посложнее. И перед нами какая-то огромная стена, я не знаю, кто додумался до этого, но вы посмотрите, насколько она высокая, это просто жесть. Вот как у нас выглядит вот эта стена, и я слышу, как наши рапторы пытаются нас убить, и я вижу уже часть от одного раптора прыгает, прям мертвая. Окей, давайте сейчас я тогда вот этого попробую как-нибудь в воздухе замочить. Так, смотрите, рубану. И кто у нас тут остался? Это у нас осталось два раптора, окей, фигачим их. Отличненько, минус один дали. И нам надо как-то вот тут этого еще уничтожить. Все, отличненько, минус этого раптора мы тоже дали. И идем, ребят, вкачиваться дальше. Дальше у нас по плану идет рандом. То есть я сейчас вкачаю что-нибудь рандомненькое. И, ребят, на рандом я вкачал энергию. Просто что первый увидел, то и вкачал. Ну, хотя бы у нас теперь есть две энергии, и это довольно-таки неплохо. Так, что сейчас у нас тут? Тут у нас, ребят, два раптора и какая-то движущаяся дорожка. Окей, давайте сейчас мы тогда попытаемся убить наших рапторов. Тихо, только не стреляй, только не жги меня. Тихо, тихо. Смотрите, минус один есть. Хотя нет, мы, ребят, мы просто им тупо отрезали лапы. А, нет, все-таки минус один мы дали, ребят. Окей, значит, нам надо вот этого до конца убить. Ну, что-то, ребят, эй! Раптор, ты офигел? Ребят, вы это видели, да? Просто жесть. Какого фига он меня взял и отпульнул? Но кажется, ребят, его дорожка просто тупо взяла и свергла прям в лаву. Окей, давайте тогда приступать ко второму челленджу. Ну что ж, ребят, приступаем мы ко второму челленджу. Называется он Робот Вар. И, как я понял, у нас тут только лук присутствует. Потому что больше, ребят, я ни на что не могу переключиться. Окей, мочим тогда наших роботиков. Блин, смотрите, думал попаду, но нифига не попал. Ну, все. Все, отлично, ребят. Еще минус один дали. И сколько у нас тут всего роботов-то осталось? Вроде минус два дал, даже три. И вот у нас, ребят, остался вот этот один лучик. Мы его мочим и прошли первый уровень. Всего у нас тут 7 уровней, достаточно, ну, много. И думаю, этот челлендж будет намного интереснее, чем предыдущий. Потому что, ну, честно, ребят, предыдущий как-то был слишком скучный и короткий. А тут у нас как-то будет повеселее, что ли. Так, отлично, вкачал, ребят, свою самую потребность нужную, это джетпак, и будем дальше сражаться. Я, кстати, ребят, срисковал тем, что я не вкачал клона, потому что я, знаете, ребят, всегда качаю клона в начале игры. Окей, значит, мы минус 2 только что дали, только жаль, что я вот этого лучника не убил, я хочу убить лучника. Все, отлично, ребят, голову мы ему снесли. И, как я вижу, тут у нас хаммеры стоят, да? Мы сейчас им тоже, ребят, голову снесем, потому что, в принципе, это изи, они стоят и ничего не делают. Мы так спокойненько изи-киллы сделаем. И идем дальше прокачиваться. И сейчас, конечно же, я по стариночке вкачаю своего любимого клона. Все, ребят, вкачал я клона и летим опять в бой. У нас уже третий уровень, да? И сейчас посмотрим, что у нас будет на третьем уровне. Тут у нас что-то уже как-то более-менее, я смотрю, покрасивее. Даже у нас тут жесткий вот этот молотоносец идет на нас. Так, тихо, давай я тебя сейчас вот так убью. Все, отлично, ребят, просто хедшот ему дал прям в бороду. И давайте мы сейчас тогда еще вот этого лучника зафигачим. Только не прыгай, пожалуйста. Все, отлично. Лучников, ребят, и молотоносцев мы дернули. И, как я вижу, у нас тут еще, ребят, молотоносцы. Их тут вроде три штуки. И нам надо как-то с ними справиться. Так, ребят, на меня тут нападают уже молотоносцы. Я пытаюсь, ребят, как-то тут отфигачить. У меня
осталась только одна, к сожалению, энергия. И вы видели, да, ребят, одним выстрелом просто тупо сделал минус 2. Отличненько. Давайте тогда дальше. Я даже не знаю, что вкачивать. В принципе, энергия у нас полностью вкачана. Джетпак есть. Ну, давайте, ребят, тогда вкачаем еще одного клона. В принципе, он нам не помешает. Отличненько, вкачал я еще одного клона. У нас теперь есть две жестики. И перед нами уже четвертый уровень. Тут я смотрю, у нас что-то посерьезнее. У нас лучники огненные уже. Окей, давайте сейчас мы их тоже будем фигачить. И, как я вижу, у нас уже остался один лучник всего лишь. Давайте я сейчас попробую на платформу запрыгнуть. Да, смотрите, запрыгнул на платформу, но она нам не пригодилась. Вот, вы видели, да? Просто сегодня что-то не мой день какой-то. Я взял и упал просто очень глупо в лаву. Ну, давайте я вкачаю, наверное, джетпак. Побыстрее его сделаю. И идем дальше. У нас там вроде бы, как я помню, пятый уровень должен быть. Да, ребят, смотрите. Просто надо было до конца закончить именно эту карту. И у нас переход на пятый уровень. Ну, в принципе, ребят, я уже способность качал. И идем дальше в бой. У нас тут какой-то дом, что ли, многожилищный. Смотрите, у нас тут реально в окошках торчат вот эти лучники. Так, давайте сейчас я вот этого еще попробую как-нибудь бахнуть. Все, отличненько, задел. И кто у нас тут остался-то, ребят? У нас остался последний вот этот лучник. Фигачим его. Так, все, вроде бы его убил. И смотрите, челлендж-то не заканчивается. Давайте тогда дальше смотреть, кто у нас тут еще. У нас тут, как я понял, на нас меченосцы идут, да? Где еще один меченосец? Ребятки, вы где? Где вы, ребятки? А, ребят, смотрите, вот он наш последний меченосец, фигачим его. Кстати, мы его лишили одной ноги, он теперь у нас инвалид, и до конца его добиваем. Что ж, ребят, пятый уровень прошли, сейчас главное не зафейлиться и нормально перепрыгнуть надо вот эту лаву. И идем вкачиваться. Что вкачивать, я уже, в принципе, не знаю, давайте сейчас посмотрим. В принципе, у нас есть кик и хаммер. Давайте вкачаем хаммер. Клон не буду вкачивать, в принципе, одна жизнька есть, и этого мне достаточно. А, думаю, кик нам понадобится. Окей. Что у нас сейчас-то, ребят, смотрите, а сейчас у нас посерьезнее дела обстоят. У нас тут лучники жесткие были, но они свалились в лаву. И давайте тогда зафигачим вот этих лучников, которые у нас остались, что есть. Но они хитрые, ребят, смотрите, они берут и подпрыгивают, чтобы увернуться от стрел. Окей, ребятки, тихо-тихо-тихо. Вот сейчас опять чуть не зафейлился жестко. Так, нам надо как-то вот этого чувака убрать. Все, отличника, убрали его. И давайте вот по одному как-нибудь будем их фигачить. Давай, чувак, сейчас тебе дам люлей. Так, получай. Все, отличника, минус голову мы дали. И давайте что ли подпрыгнем к ним. Может быть, у нас так будет больше шансов победить их. Только я скатываюсь. Эй, не скатывайся. Так, тихо, тихо, вот так. И смотрите, вот, ребят, видно, да, насколько хитрые у нас вот эти красные лучники. Они берут и подпрыгивают, специально уворачиваются от моих стрел. Так, а сейчас мы прыгаем вот на эту прыгушку. И идем вкачивать, ребят, последнее умение, потому что это уже последний уровень сейчас будет. И что я вкачаю? Давайте вкачаем хаммер. Почему бы нет? Будет у нас всего лишь, ребят, одна попыточка, я имею в виду проклона. Хотя я уже такой, ребят, видите, да, побит весь, но думаю, пройдем. И, кстати, ребят, надо было все-таки вкачивать клоны. Вы видите, да, насколько тут сейчас все жестко. У нас тут 4, да, 4 лучника, которые очень жесткие, которые бегают, у них еще даже меч есть. Это, конечно, фигово. Давайте сейчас попробуем кого-нибудь бахнуть из них. О, да тут еще какие-то, ребят, ловушки невидимые. Окей. Так, нам надо как-то убить вот тебя, чувак. Все, отличненько, минус один дали. Может, сейчас еще вот так бахнем кого-нибудь. Я хочу бахнуть их вот именно молотом, потому что я его что-то вообще не использовал и не вкачивал толком. Все, отличненько, минус два еще мы дали. Ну-ка, получайте, чуваки. Смотрите, одним ударом опять минус два дал. Это просто жесть. Ну что ж, ребят, прошли мы вот этот робот-вар. Последний уровень был достаточно, ну, средненький такой. Не сказать, что он был тяжелый. И мне понравился этот челлендж. Ну а с вами был Илюша. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!